Здравствуйте. Hello. Это Алина, меня зовут Даня. У нас сегодня предфинальная, между прочим, часть всех кораблей Астрала от Романа Афанасьева по Аллодам онлайн. Oh my god. В общем, на чем остановилась предыдущая часть? Напомним, так сказать, вкратце. У нас прибывают наши главные герои, именно Гордей, Эрик и Винсент, на Большой Совет Гиберлингов, где они должны принять очень важное решение, на чью сторону им встать, на сторону Империи или на сторону... Лиги? Лиги. На самом деле у них там был совет, где мнения разошлись, и вроде бы как бы Эрик такую правду матку хотел зарубить, а тут, говорю, не все так просто. Ну, в общем, двойные стандарты и все такое. Как говорил один ютубер ныне, все не так однозначно. Ну да, все не так однозначно, действительно. Вот. Ну, мы-то, понятное дело, верим Эрику, Винсенту. Ну, потому что он милый котик. И еще сделали, очень много ребят написали в комментариях о том, что в игре, именно в онлайновой, да, там сделали европеоидные расы ходоганцев. Вот, но на самом деле, по замыслам, они всегда были с такой смуглой кожей и, ну, такой восточной внешности. Это только вот именно... В Аллодах онлайн уже их сделали такими одинаковыми. Да? И в конце концов, если это все-таки калька на, ну, грубо говоря, клюкву на Советский Союз, вспомним про интернационал, друзья. Так вот, и случился небольшой инцидент. Тот самый ходоганец, которого притащил наш злобный Глок, который топит как раз за союз с ходоганцами, устроил небольшую потасовку. И с этого примерно и начинается наша текущая часть. Проходит какое-то количество времени, все немного отдохнули, все немного успокоились, и снова возвращаемся в зал заседаний, где опять собрались все старейшины, там сидит главный старейший Гиберлинг. И, соответственно, нужно продолжать разговор, имея в виду все факты, которые только что произошли. Плюс разобрать то дело с ходоганцем, где он подставил... Он пнул Эрика. Ну, об этом тут вообще, кстати, потом вряд ли вспомнят. Просто сейчас как раз они возвращаются к заседанию. Обалдеть. Так они же обещали просто рассмотреть потом, типа, сейчас все спать, отдыхать идем, а потом... Ну, мало ли кто что обещал. Ну, тут понятно. Так-то дело государственной важности. Ну, ладно. Говорит, в этот раз более организованно подошли к вопросу, соответственно, все гиберлинги мгновенно буквально успокоились, староста расселись по своим креслам, стали, значит, что-то там между собой шептаться. Все остальные собираются по кучкам. То есть вот у нас Сик вместе со своей командой, там же Эрик тусит, там в другой стороне как раз круга, они сидят по кругу, сидит Глок вместе со своими бандосами-головорезами, они там панкухами, все... панкухами-анархистами. Ну, они не анархисты, они больше такие вояки, типа, при ножах. Им же как раз позволено было с собой оружие носить, сам Глок из себя представлял довольно крепкого киперлинга, ну, то есть это там, знаешь, такой крепкий манул, в конце концов. И за ним ходоганец, вот то и дело, что-то сидит в своей мантии, глазом своим кривым смотрит на все вокруг. Но, несмотря на все планы, которые тут совершились, Гордей все смотрит, смотрит на ходоганца. Вот буквально глаз с него не сводит, потому что... Сверлит его взглядом. Мало ли, что он еще задумал. Да ладно, он-то с деревни Травушки, он тут носитель правосудия, а этот пес точно что-то замышляет. Гордею объяснили, что это была провокация. Что такое провокация, наш деревенский друг не знал. Я так и поняла. Вот, поэтому его сразу предостерегли, потому что Гордей там ночью такой, да что это такое, да пойдем, мы это в рыло-то плюнем, да ему давай рожь-то начистим. Он такой, не надо, не надо, они этого и хотят. Это все хитрая политическая игра, мальчик мой, объясняет ему Эрик, который тоже только-только отошел, ну, значит, только последнюю пену со рта, значит, стряхнул от своей бессильной злобы. А Гордей такой, что такое политика? Почему люди не могут напечатать больше денег, да? Да. Вот, и объяснил ему еще раз специально для недалеких, что драку затеяли специально, чтобы отвлечь команду Бесстрашного. И про арфу как раз тоже многие знали именно для того, чтобы у эльфа отобрали арфу, возможно, это тоже все задумали. Угу. Вот как раз, чтобы у старейшины был повод это сделать, потому что маг и волшебник это все здорово, но барды-то они недооцененные, скажем так. Он как-то свой шлягер-то запоет, так хоть весь корабль будет под его дудку плясать. И это, конечно же, никому не надо. И, соответственно, нужно уже к чему-то приходить. Потихонечку. Угу. Охотник наш что-то осматривается, он смотрит на старейшину опять, а старейшина сегодня какой-то мрачный. Видимо, не дали ему поспать, судя по всему. И сейчас он не как в прошлый день, то есть не такой бодрый, не такой активный, но тем временем нужно все равно всех выслушать. Угу. Опять же. Значит, разобравшись со всеми делами, разобравшись со стражниками, которые пострадали вчера, разобравшись со всеми гиберлингами, которые вчера тоже получили тумаков. В общем, всем, грубо говоря, чашка риса, плюс 5 социального кредита и кошка-жена. И вот
Сегодня нужно вызвать для показаний, ну так сказать, для выслушивания точки зрения Глока. Глок выходит среди своей банды, Ходоганец встает за ним. И, собственно, в чем прикол-то? Глок, как мы уже выяснили, он болеет за Ходоган, потому что они сильные, обещают как раз помочь найти Ису. И... Ну, за воинственные. Да. И старейшина специально подчеркивает, что ты, Глок, сейчас будешь нам рассказывать сугубо про Ходоган и про твою поездку, а не про ночную драку. Поэтому, если тебе бурлит чувство справедливости, давай так его как-нибудь утихомирь. Так. И братья-то его, глоковцы, что-то сидят такие про драку-то услышали, такие, по пальцам еще на Гордее показывают, такой, а я, говорит, вернулся с Ходоганом, товарищ старейшина, да с добрыми вестями. Империя нас встретила, ух, высший пилотаж, шик блеск буквально. Такой, подарками одарили, значит, жилье предоставили, признали нас как новую расу и горят желанием нам содействовать. Так. Старейшина что-то аж немного такой, ну-ка, давай, расскажи. Такой, мы были гостями при дворе императора, и хотя не видели его самого, с нами общались как с его дорогими гостями, значит, от его лица, значит, с нами разговаривал представленное официальное лицо, и все было по высшему разряду, чинно, благородно, уважают нас как воинов, уважают нас как расу, и вообще говорят, что мы крутые, да. А кто император нынче? А тут пока еще не говорится. Там потом еще, может быть, нам расскажут. Такой, и быт рассказали, и оружие показали, и военную базу, значит, проводили. Хлеб с солью принесли. Да, и военные тайны все раскрыли. Все, о чем просили, исполняли немедленно. А глаза-то у них какие честные, сказал он еще и добавил. Такой, И тут как раз, а с кем же ты, говоришь, трепался-то, раз не с императором? Это что такое? Это что такое? Смоет там? Откуда голос? Да, откуда голос? Это кто-то из команды быстрых. Ага. Что-то, говорит, попахивает, попахивает наглой ложью. Мы с представителем императора, которого звали Мардей Тахар, разговаривали. Между прочим, если вам это имя о чем-то говорит, грязная деревенщина. Такой, он уверил нас в расположении своего господина. Он такой, а что ж ты не самым главным там болтал, а? Каким-то, говорит, лицемерием попахивает. Такой, император, глава огромного государства. И... К нему не так просто попасть на прием, а мы, хоть и гиберлинги, мы не официальные посланники, мы гости, которых очень внимательно выслушали. И опять же империя опять перечисляет, что им там хлеб, соль, значит, в ноги кланялись. Военные тайны. Да, и военные тайны рассказывали. Такое, это приятно. Поняли ходоганцы, о чем речь-то идет? Он такой, поняли с полуслова, они там все, значит, хорошие профессионалы. Сразу же наш секрет вызвал у империи большой интерес. Переговоры, которые прошли успешно, и нам обещали, скажем так, великие дары в обмен на нашу информацию и наши тайны. Он такой, а какие, например, дары? Был закономерный вопрос. Пусть об этом расскажет наш гость, пусть великий щедрый представитель, значит, из своих собственных уст вам подтвердит каждое сказанное мной слово. Такой, ладно, хорошо, представьте гостя. Гость что-то, а он уже готов, он уже предсказывал, что это будет. Зовут меня, говорит, Фарид Такир. Ну, да. Ходоганец же. Ну, да. И он же в плаще стоит, и он берет так плащ, распахивает, как экспедиционист. А там под ним оказалась зеленая куртка. Это шутка была. Я думала, там в тексте так написано. Я уже ничему не удивлюсь, на самом деле. Он и говорит, что он вот, значит, из буквально свиты императора, что он там первый представитель советника императора, и слова его, это слова всей Великой Империи. Ну, в общем, он пресс-атташе, по большому счету. Такой, что Ходоган обещает в обмен на наши великие тайны? Он такой, вот, наконец-то мы говорим о деле, мы обещаем вам помощь. На самом-то деле. Мы заключим соглашение, вся империя будет помогать вашему великому поиску. Формулировочка так себе, если вы меня спросите. Такой, так, а что конкретнее? Ну, такой, вы дадите технологию, мы строим корабли, присоединяемся к вам, к вашему, значит, путешествию. Такой, много строителей, много верфей. Ну вот, правда, по астралу мы летать не умеем, но вот благодаря вам мы научимся. И, скажем так, сможем выделить часть нашего флота, нового, под ваши нужды.
И как раз он постоянно акцентируется на важности ИСы и на важности ее для гиберлингов, опять же, в разговоре. И ну, это давит всех... Просто. Да, на больное давит, все приходят в жутчайший восторг, значит, гиберлинги что-то уже начинают шептаться, такие вау-вау-вау-вау-вау-вау, как здорово, как здорово, как здорово. Это достойно. Лучше, чем Лига. А потом он начинает проворачивать еще сильнее, потому что, говорит, рассказали мне о великой трагедии, и о всех деревьях и ручьях, значит, и обо всех этих ваших прекрасных кисейных полях, которые вы потеряли, значит. Тяжело жить без столицы, тяжело жить без родины. И все такие, и правда, и правда. Но тут старейшину не проведешь. Он хитро, значит, глазой сощурил, смотрит на него и говорит, а что, и все? Пара десятков кораблей? Нет, что вы? 3 десятка кораблей, оснащенных нашими лучшими учеными, а потом каждый десятый из всех построенных нами. Но главное, всем земли империи будут помогать вам в поиске. То есть это получается бесплатное право на проезд, ну, в общем, пересечение границ, там, торговые пути и прочее, прочее. И пользование, конечно же, припасами и прочими удовольствиями, которые может предоставить империя. Я такой, ну, это все, конечно, здорово, но, может быть, у вас будут еще какие-то обязательства, например... Такой, вы же от нас тоже что-то захотите потом потребовать. Вряд ли вы за один маленький скромный секрет такие, значит, нам блага предоставите. Он такой, нет, что вы. Так такой, и будет. Ваш секрет останется вкладом в наш союз. С вашей стороны, значит, никаких вложений больше не потребуется. Вообще все это больше похоже на пирамиду Арифлейм. Приведи друга. Да. Такой, мы не будем частью вашей империи, если вы просто об этом говорите. Как бы стоит сразу это понимать. И он такой, да пусть так. Мы верим, что вы ИСу найдете. И тогда один из ваших кораблей вернется. Мы будем торговать, мы будем сейчас страл, мы станем лучшими друзьями. Гениальный план. Гиберлинги хочу там... без мата просто выразиться, не получается. Гиберлинги там уже на ушах стоят. Они там уже все тельняшки рвут. Такие, да! Уши развесили. Найдем ИСу! Такой, но... Хадаганец говорит. Да. Ага. Так, интересно. Больше никому не рассказывайте секрет. Этот секрет только для нас, для нашей новой большой семьи. И улыбается во все свои 32 зуба. Старейшина тяжело вздохнул, возражать не стал. Видно, что, в принципе, очень много заинтересованных гиберлингов в зале присутствует, которые полностью это поддерживают. И Глок видит, что старейшина что-то, видимо, задумался, там куда-то в сторону свои мысли начинает уводить, такой, позвольте мне еще сказать старейшина. Такой, старейшина и все мои братья. Беситер. Пока что Гордей замечает, что и правда, гиберлинга, он здесь не наблюдает. Кого не наблюдает? Гиберлингш. А, гиберлингш. Все, ну, я... Как это правильно произнести-то, я даже не знаю. Короче, самочек. Самочек. Волосатых самочек. Фу. Говорит, вы же слышали предложение империи? Грех отказываться. И какой нам смысл обращаться к этой вшивой лиге, где наших послов там чуть ли не это, чуть ли не пинками из города выгоняли, этих обманщиков, которые постоянно строят нам козни. И мы ж для чего вообще в принципе созданы, друзья? Мы ж должны ИСу найти, это наша великая цель, как великого народа. Мы ж великий народ, правильно. Да! Ну, нет, там его поддерживают, он правда такой, великий народ, да, вау! Такой, ну вот, вернуться к великому древу, вот что в первую очередь должен сделать каждый киберлинг. И с помощью империи мы сможем этого сделать. И зал просто взрывается, вау, да, великое древо, yes, найдем Elden Ring! И видно, что Винсент напрягается, видно, что Эрик напрягается, Гордей, как обычно, стоит дурачком и стуканом, чуть ли, ну ладно, хоть носу не ковыряется, уже на том спасибо. Но постепенно видно, что Эрика тоже начинает все это очень сильно задевать, он хочет уже на кого-то наброситься с кулаками, Винсент его сдерживает, он такой, а, блядь, пусти меня, я ему втащу. И такой, благословенные земли, наши старые ручейки, наши старые поля, такое единство с предками, вкусим радость былых дней. И да. Старейшина все это надоело. На самом деле он уже вкусил радости, он призывает к тишине. Ну, потому что сейчас все это бесконтрольно, вся эта бесконтрольная толпа вообще придет в экстаз, и ничего хорошего не произойдет. Такой, говорит, спасибо тебе, Фарид, большое-большое тебе спасибо. Такой, и тебе спасибо, Глок, за добрые
вести. Такое спасибо всем, кто внимательно слушал. Воистину, вести добрые, и технически мы уже почти что готовы к принятию решения. И тут Эрик как раз выскакивает, такой, дай мне сказать, мне дай сказать! Эрик Резак, ну как же без тебя-то, братан? Естественно, в каждой бочке затычка. Такой, дозволь мне сказать, старейшина, я тебе кое-что расскажу, так сказать. Хочу обратиться не только к тебе, но ко всему совету. Так. О чем рассказать? Старейшина, видно, что начинает раздражаться, так уже нервный тик посохом начинается. Опять о том, что нужно не старый дом искать, а новый строить. Ох, Резак, расскажи мне что-нибудь новенькое, слышали мы тебя уже? Ну и как бы старейшина его тоже поддерживает. Типа, ну да, Резак, ну что ты лезешь-то вообще? Угу. Уже все сказали, ты уже высказал свою точку зрения. Он такой, вовсе нет! Хочу рассказать о предательстве хадаганцев. То, ради чего, в принципе, я сюда прибыл обратно. Такой, Эрик безумный, хочет нам рассказать очередную байку. Он такой, кто это сказал? Кто это сказал? Ну и тут как бы спокойно, спокойно, спокойно. Он такой, ты оскорбляешь гостей? Он такой, этих псов? Конечно, я буду их оскорблять! Потому что вы даже толики не знаете, вам меду в уши налили, и вы все радостные, сидите здесь. А хотите узнать, почему ненавижу хадаган? А? Хотите знать, почему я стал таким вот? Вот таким вот! У него, видимо, под шерстью очень много шрамов. Он типа примял шерстку, чтобы показать шрамы? Ну, типа он там показывает на себя. Угу. Вот как я стал таким вот безумным Эриком! Хотите узнать, как погибли мои братья? Ну и что-то в зале неловкое молчание возникло. Угу. Такой, это словие крови, старейшина, и не просто так. Такой, если кровь на руках, спрашивает его старейшина, у тебя вот кровь на руках есть? Такой, нет. Нет тела, нет дела. Он такой, а то есть никого не смутило, что у нас пропало полфлота, да? Вот 8 кораблей тогда шло со мной. И сейчас я вам расскажу, что случилось на самом деле. Ладно, хрен. Рассказывай, рассказывай, давай, тебе слово. В общем, он обращается ко всему совету и рассказывает то, что произошло буквально несколько месяцев назад. Как раз до того. А, так это недавно было. Ну да, 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 да. Вот типа как Эрик там всех лишился по большому счету. Такой, вот недавно наткнулись на один континент в астрале. И нужно было сойти на землю, потому что мы уже заманались, честно говоря, лететь. Типа нужно было землю под ногами ощутить, хоть немножечко передохнуть, там припасы пополнить и прочее, прочее. И один из моих кораблей, как раз Мышелов, был одним из первых, кто стал на стоянку у крутых скал. Значит, вышли, вроде бы нормально, там, значит, хворосту затарили, каких-то, значит, животинки там какой-то поживиться набрали, мясо там, каких-то снедей, орехов. Такой пополнили припасы, все было здорово и замечательно. Чудесный уголок на самом деле, но оказалось, что они заметили там популяцию орков на этом самом Аллоде. По большому счету. Говорит, их земля, оказывается, их территория. Ну, они заметили, что у них как бы орехи из-под носа таскают, как бы рады не были. И тут в зале такой гневный шепот. Кто это? Кто это? Орки? Орки? О, бля, орки. Что такое орки? Нет, не знаю, что такое орки. А. Типа вот древних землях Дииса была. Типа гиберлинги жили и орки в основном. Ну, орки и гоблины. А-а-а. Так что они знают, что это такое. Такой, да, я знаю, что многие из вас типа в это время находились в пути и не смогли застать этого самого эпизода. Многие не слышали о том, что произошло на Изуне, или не хотели слушать. Так вот, сейчас будете слушать. Я на совете, типа, у меня слово, все вам расскажу. Говорит, ладно, не 8, там было 5 кораблей. 5 кораблей, говорит, было. Давно земли не видели, в общем. И собрали быстро войско, соответственно, потому что орки начали выходить на вылазки. Ну, мы что, не будь дураками, давай тоже отпор им давать. Значит, те, кто находились на кораблях, начали по ним палить, да вот только вот незадача. Были орки не одни. Если орк это большие такие, значит, мускулистые антропоморфные фигуры, по большому счету, с дикими клыками изо рта, были среди них еще и очень мощные маги. Маги-то не орочьи, маги-то людские, ходили в черных мантиях, значит, команды головорезов, которых ничего святого нет, там в рожу плюнуть, голову перерезать, это для них вообще как дышать. Пришли они, тем более ночью, бесчетное количество. Мы уже практически, значит, собрались отлетать. В ночи орки побежали вперед, на нас стали падать огненные шары, и те, кто находились на кораблях, значит, успели по ним даже пострелять немного. Но даже огонь с кораблей был заблокирован. Заблокирован большими магическими щитами. И видно, что эти люди, а это хадаганцы, на секундочку, оркам содействовали. И такой, так, ну и к чему? Они не пытались ни договориться, ни сторговаться, ничего. Мы ж первые-то никогда не нападаем.
в конце концов. Они просто пришли нас уничтожать. И, судя по всему, свидетелей не оставлять тоже не хотели, потому что резали всех без разбора. Я видел, только парочку пленников взяли. Да и то вот не факт, что они живы до сих пор. И, значит, там как раз уже начинается. Вау, да это как? Да как так-то? Но есть и хорошие новости. Вот, допустим, ты, и показывает на посла, который поехал в Новоград, ты же специально не стал с нами задерживаться. Твой корабль одним из первых дал драпу. Такой, опа, все на него так, значит, вопросительно начинают посматривать. Такой, а что я-то? У меня своя задача была, между прочим. Это ты любишь залазить вообще во всякие непонятные места, а я все-таки ради нашего великого государства стараюсь. Все такие, да хватит. Такой, ладно, продолжаем. И как раз говорит, маги Хадагана снова атаковали. Я видел, как они спалили целый корабль. И это, ладно, один из наших, Тростинка как раз, развернул свой корабль и перегрузил реактор, так что они успели кое-как выбраться. А вот мой корабль что-то не выбрался ни хрена. Он такой, я с братьями стоял, держал отходы, держал трап до последнего. Братья мои не захотели попадать в плен. Они бросались на них и грызли их плоть своими клыками. И сдохли там. Почетно. Ну, а и как иначе-то? Я просто представляю эту картину, маленькие гиберлинги на орков такие. Ну, примерно так, да. Я такой, а ты, Резак? Такой, а меня внучок расстреляли. А ты, Резак, ты чем был занят? Он такой, а я вместе с ними был. Улетел на последнем шансе буквально. Не взяли меня в плен. Вот с тех пор как бы и полетел в Новоград. Думал, там помощи найду, а нашел вот только это вшивое животное. Я такой, да что ты начал? Мужчина. У них было всего несколько минут. И мы все-таки с большими потерями, но все-таки смогли оторваться. Поэтому. Такой, что поэтому-то? Что ты хочешь предложить-то? Такой, свидетели у тебя есть? Такой, я. А еще? А Тростинка? Из присутствующих в зале, типа, свидетелей нет. То есть он один выжил. Мальчик, который выжил. Да. Пушочек. Там как раз он говорит, что он летел на корабле, потом корабль, естественно, взорвали большим страшным фаерболом, и он там кое-как смог на попутках, в общем, добраться до Новограда. Как раз на Сиге Быстрых он, ну, на Бесстрашном он очнулся и как раз попросил его до Новограда-то подбросить. И тут начинается, а свидетели есть? Ой, ну понеслось. Такой, кто-нибудь может подтвердить твои слова? Вот кто из присутствующих был на Изуне? Я такие, нет. Никого, видимо, не было. Такой, попахивает скверно. Очень скверно это дело пахнет, Резак. Такой, мое слово, старейшина, таково. Это слово крови гиберлингов, в первую очередь. А хадаганцы, подлые и мерзкие, не так должны по-хорошему вести дипломатические разговоры. Я утверждаю, что хадаган напал на наш род, взял многих в плен, захватил корабль мышелов, а теперь хочет обманом заменить остальных в свои сети. Я все сказал. Ну это же не значит, что весь хадаган такой. Может, их там действительно с хлебом с солью встретили. Это же вообще астрал Изун. Астральный остров. Ну, что поделать? Это один остров. Может, там это культисты вообще какие-нибудь ссаные были. Никто же не знает. Чего ж сразу всех клеветать-то? В общем, там начинается потасовка в зале, потому что кто-то, как услышал о мертвых братьях и сестрах, такие «А-а-а!» и хотели его поддержать. Там уже против них сразу же, что вы ничего не понимаете, это другое. Это другое, да? Да. Начинают нападать друг на друга. И такой, но это же история, мы же о ней слышали. Мы все знаем, что на Изуне братьев атаковали орки и вынудили наши корабли бежать. Это были корабли Сигизмунда, они ушли раньше, едва начались неприятности. Так что только они рассказывают теперь почему-то, и почему-то теперь говнят Лигу, тоже необоснованно, и которые так топят за союз с хадаганом. Может быть, они с ними заодно? Может, вообще все это было запланировано? Может быть. И как раз такой, что? Да как ты меня? Ты меня сейчас? Он такой, да, я тебя сейчас. И, в общем, опять там уже чуть ли ведро не выносят. Пошел окна с Дмитрием Нагиевым. Да-да-да. Такой, нет, Эрик, ты виноват там в смерти собственного флота. Он такой, да ты псина. В общем, ссорится. Он такой, ну, хорошо. Просто дело-то в том, что твое слово это, конечно, весомо. Но если кто-то еще может подтвердить то, что это были хадаганцы, тогда, возможно, совет пересмотрит собственное решение. Такой, почему ты раньше ничего не рассказывал? Он такой, а я рассказывал, а вы мне не верили. Он такой, понятно. Такой, а кому ты это рассказал? Такой, как кому? Вон он стоит, Глок Ползунов. Я все ему рассказал, Глок меня поддержал, обещал помощь и поддержку. Говорил, что
готов поднять всех ползунов, чтобы вызволить из неволи остатки моей команды. Такой, так, Глок, объяснитесь. Он такой, а чё? Да, приходил, да. Этот безумный котяра, правда, ко мне приходил, нес какую-то околесицу. После чего, соответственно, я лишь мило покивал головой, чтобы он на меня не напал. Вы посмотрите на него, он же форменный маньяк. Бедняжка. А я... он, получается, только один корабль, да, туда на изум сошел? Нет, их было пять. Пять кораблей. Все пять кораблей погибли? Ну, два из них улетело, вот как раз, которые спасли. Но они не сходили, да, на землю? Они не сходили на землю, а, да. Все, только один корабль сошел на землю, и там напал на них. И получается, что вот там, типа, остался один целый корабль, угу. Который до сих пор находится на том Алоде. Вот. И к чему, говорит, это тебя привело, Эрик? Твое безумие, к чему оно тебя привело? Такой, к чему? Такой, ты хочешь погубить всех нас. Ты хочешь, чтобы наша тайна ушла вместе с нами. Ты не хочешь выполнить священную миссию, которая была предписана нам древними. Ты стоишь между нами и Иссой. Ты стоишь между нами и нашей мечтой. Он такой, хорошо, хорошо. Такой, хорошо, давайте, давайте дадим агрессивным ходоганцам летающий астральный флот, чтобы потом от нас вообще камня на камне от нашей бывшей империи не осталось. Давайте это сделаем. Там, в общем, в зале опять начинается драка. Ну, наконец-то. Тихо! Кричит старейшина. Палку, палку тащи, розги неси. Такой, всех на розги. И крепкий кемлинг, все-таки тру-тру-тру-тру-тру-тру. Уже подходят, там розги, значит, начинают бить всех шибко активных. Вау! Wow. Вот. Такой, а я ведь знаю, как подтвердить мои слова, вскрикивает Эрик. Я отправляюсь на Изун. Я знаю, моя команда еще жива. Я больше не надеюсь на вояк. Ни на кого из вас больше не надеюсь. Он такой, хорошо? Хочешь? Лети. Он такой, хочу. И он говорит, но помни одно. Все, кто хочет поддержать Эрика, будут изгнаны. Решайте сами. На этом заседание закончено. Ни к чему, короче, не пришли, но старейшины, когда еще бубнили, уходя, они все такие, вот сейчас вот все с империей договоримся. Как раз уточнили у Фарида, что он все понял, что он прилетит и как бы даст свое уже более-менее согласие гиберлингов на, грубо говоря, обмен. Гордей на все это смотрит, ошалевший, он ничего не понял, поэтому он постоянно спрашивает у Винсента, а что произошло? Винсент ему и говорит, что произошло предательство. Предательство мальчик. Он что, дурачок? А ты не заметила? Иногда в нем просыпались проблески интеллекта. Такой, что делать-то будем? Такой, ну как что? Все, уходим. Куда? Ты тупой. На Изун. Я же сказал. Такой, не, ну если хочешь, как бы, вон, я полечу на Изун. Спроси, может быть, быстрых тебя до Новограда-то подкинет. А Эрик что-то расстроенный, видно, подавленный. Тут такой, ты что? С ума сошел? Да я теперь куда ж полечу-то после всего того, что мы с тобой пережили, брат? После того, что с нами было. Да. Эрик резко остановился так, что идущий за ним эльф чуть не сбил его с ног. Резак медленно оборачивается, смотрит снизу вверх на нашего человека. Протягивает свою мохнатую лапку, трогает его за локоть и говорит ему. Добро пожаловать, Гордей Ветров. Ты самый лучший из людей, которых я знал. Я горжусь тем, что буду стоять рядом с тобой во время битвы. А потом они поцеловались. Нет. А потом они пошли в каюту. Ну, более взрослое продолжение версии. Вот. Им предстоял и правда долгий путь. В общем, собрались они. Опять же, на Бесстрашном решили отправиться. Быстрых их во всем поддерживает. Летит Бесстрашный по астралу. Все вокруг здорово, замечательно. Опять более-менее Гордей уже приспособился к нахождению на корабле во время путешествия. И в этот раз решил выйти пораньше. Потому что сейчас, ну, до острова технически осталось там пара часов. Он выходит, смотрит на все красоты, на все эти переливающиеся потоки, магические, астральные и прочее. И что впереди? И правда, висит островок. Похож на камень, на котором много лишайника. Ничего особо волосатый не находит. Зеленый. Да. Серый, темный, поросший кое-где приземистым лесом, но край земли. Сжав зубы, Гордей до боли в глазах всматривался в новый мир. Даже в самых смелых мечтах он не думал о том, что увидит другой Алод. Да еще и враждебный. Рядом Винсент. Такой, че ты, волнуешься? Он такой, я? Нет, просто красиво. Такой, красиво? Это же кусок камня, чел.
кусок камня посреди астрала. А это не Алон, да? Да, вот, говорит, это разве лес? Вот у нас леса, там такие леса, брат, ты их один раз увидишь, все. Березки, тополя. Да, говорит, так может и увижу еще, очень хочу на лес эльфов посмотреть. Эльф что-то пригорюнился от этих слов, говорит, все довольно сложно. Такой, ну как? Они тоже видишь? Потеряли, да, свой лот? Нет, видимо, просто Винсента никто дома не ждет, судя по всему. Он такой, да все будет хорошо, нормально все будет, все получится, у меня чутье охотника, вот превосходное, я вот сразу чувствую победу, когда она рядом. Гордей, не надо. Спасибо, конечно, но не надо. Да, и Винсент в последнее время, он все что-то грустный, вялый, постоянно что-то ходит, ноет, ему не отдали его инструмент, и он довольствуется очень малым. А что не отдали-то? Они у него вот эта вот лира, которую он купил, да. Это все равно не его инструмент. Он постоянно говорит о том, что как бы это нормально, ну типа на первое время, как не знаю. Как... А он на чем тогда играет? Ну у него какая-то супер лира. Ну ладно, эти... ну не было лайка же. Ну эти эльфы, знаешь, они, кто их разберет? Лира или лира? Такое... Нет, говорит, все плохо, все нехорошо, вот видишь вот эту вот бренчалку. Это же даже не только того, что можно сделать. Это как нож из камня. Это как, не знаю, как из кишки пытаться стрелу сделать. Он такой, Говорит, от меня сейчас будет толку, ну как из козла молока. Боюсь, я вообще ничего не смогу сделать. Мне нужен настоящий инструмент, чтобы я контролировал свою силу. Гордей сделал вид, будто что-то понял. Покивал. Понимаю. Я бы тоже неловко себя чувствовал с детским луком. Ладно. Бог с тобой, продолжает смотреть. Их немножечко переэкипировали. Получается, Гордей сейчас носит плащ без рукавов, но с карманами. Угу. В общем, максимально на стиле. Ему гиберлинги выдали лук. Типа, у него теперь новый лук. Детский. Он немного меньше, чем обычный человеческий лук, но для гиберлингов он типа огромен. Угу. И кто вообще в здравом уме будет летать с таким луком и сражаться в замкнутых пространствах? Не спрашивай. Никто. Никто. И также ему выдали колчан. Колчан со стрелами поменьше. Как раз для этого лука поменьше. Угу. Там были обычные, просто чуть покороче, чем к которым он привык. И там еще были стрелы с синими наконечниками. Ему рассказали, что при попадании этой стрелы в тело человек либо умирает сразу, так, либо бьется в корчах, потому что его бьет электричество. Электрострелы? Да. Ладно. Вторые горели красным. И, соответственно, огненные стрелы. Это были огненные стрелы, как раз, которые поджигали врагов, и они горели, и потушить этот огонь даже водой было трудно. Странно, что голубые — это не морозные стрелы. Ну, как морозные, огненные, как обычно. Ну да, голубые любят морозиться. Так, это еще были какие-то? Зеленые. Естественно. Ядовитые. Да. Ну, наконец-то. В общем, сами гиберлинги очень редко использовали эти стрелы. Потому что не использовали такие луки. Угу. Но Эрик специально настоял на том, чтобы вот выдали нашему товарищу вот таких вот особых стрел из старых-старых-старых запасов. Эрик, между тем, выглядит как обычно. Ну, то есть он не стал там ни переодеваться, ничего такого. Он в старой своей вот этой штуке. У него еще крылышки же, поскольку у всех эльфов, оказывается, крылышки есть. Да. Зачем вот? Они похожи на фейские крылышки. Ну вот. Деле. Но при этом одежда у эльфа стала... непонятно чистый, он не понял, как такое могло произойти, как будто вообще... Гордей вот, или... У эльфа. Нет, в смысле, кто не понял, что как такое... А, Гордей не понял, почему одежда эльфа стала настолько невыносимо чистой, как он здесь пишет, да. Да уж, говорит, мы, думаю, просто будем балластом. Почему? Ну, потому что, посмотри туда, а там Эрик бегает вместе с своими гиблингами, что-то такое, оп-оп-оп, давай, будь готов, кувыркаются там, значит, отрабатывают какие-то приемы. Говорит, потому что Эрик и гиберлинги — это слаженный отряд, который уже давным-давно знает, как, ну, знает друг друга там уже, по одному движению усов могут команду отдавать. У них очень все слажено, а мы как пятое колесо у телеги, по большому счету. Ну, они же, мне казалось, уже успели подружиться. Но это одно, просто когда Эрик, он говорит о том, что Эрик будет командовать большим количеством гиберлингов, типа, как бы нам просто не мешать их отлаженной работе. Такой, ну, что поделать? Не знаю! Ну, сейчас высадимся, а там уже посмотрим. Такой, вот только есть одно но. Он такой, что? Эрик! Эрик подходит. Такой, что? Такой, ты уже рассказал всем о своей волшебной тактике? А он очень любит рассказывать о своей тактике.
Ну, типа он рассказывает план наступления, там, угу, прочее, прочее, на протяжении долгих-долгих часов. Он такой, ты тоже хочешь послушать? Он такой, нет. Скажи-ка мне вот что. Такой, что? А куда мы летим? В смысле? Это не Изум. А я знал. А я знал, что ты заметишь, Винсент. Вот какой ты наблюдательный такой. А куда тогда ты нас везешь? Такой, а вот, слушай, ну как тебе сказать? Это другой Алот. Такой, зачем? Такой, ну потому что это место, где обитают орки, и там находятся порталы прямо в столицу хадаганцев. Такой, а ты откуда это знаешь? Он такой, ну так что, я же тоже на месте не сидел. Я послал своего человека, который как раз по следам Глока проник в столицу хадаганцев. Ну а что, я ему дал 2 мешка самоцветов, и они ж мать родную продадут за денежки. Так, подожди, так это все было не на Изуне, получается? Это все было на Изуне, просто сейчас они летят не на Изун. А, с другими целями. Ну да-да-да-да-да, и он говорит, что какой нам толк вообще лететь на Изун, если битва была уже, ну типа, довольно давно. Вряд ли они там будут содержать всех рабов, потому что какой смысл и правда им тусоваться на пустой планете. А вот то, что на вот этом Алоде есть портал, который может их привести в довольно интересные места, где маги Хадагана занимаются различными интересными делами, а именно изучением всего живого и содержать пленников им логичнее, ближе всего к лаборатории. Поэтому они отправляются туда. И как раз эту информацию он выудил через своего информатора, который ее купил у хадаганцев. И тут очень жесткий акцент делается на том, что правда хадаганцы типа максимально продажные, и информация типа тот же самый товар, по большому счету. Угу. И все это время Эрик на корабле, он теребит в руках амулет. Такой, что это? Это амулет. Амулет Атла. Он был моим помощником, амулет был на нем, когда его уводили в плен. Сигу удалось выкупить эту вещь того мошенника, что выкупил ее охранника, который бывал на этом секретном острове. Так. Я вообще охренел. Вот это настоящий информатор. Вот это молодец. Настоящий шпион. И говорит, я не знаю, типа, живы ли они, но факт остается фактом. Если мы найдем подтверждение как раз моим словам о том, что хадаганцы и правда забирали наших в плен, мучили и терзали, и докажем, что это были хадаганцы, тогда, типа, совет наконец-то примет разумное решение. Такой, ну, что ж. Тогда потихонечку-полегонечку они приземляются. Ну и нужно что сделать? Нужно, конечно же, не привлекать к себе большого внимания. Они высаживаются на абсолютно темный берег. Как можно не привлечь внимание, когда ты на огромном корабле летишь? Ну им как-то это удается. Это же маленький островок. Они же сами говорят, это маленький островок. Ну, может быть, маленький для них это, знаешь, ну... А, совсем маленький. Ну все равно, это же корабль летит, там же разведка должна быть. Никак маленький принц, который на половине планеты сидит. Ну это я понимаю, но все равно. Разведка-то должна быть, это же развита в империи. Ты пытаешься слишком много думать для этой книги. Черт. Ну ладно, так, хорошо, вот. Они приземляются. Вообще они делают ставку на то, что здесь по-хорошему должны быть в основном только орки и гоблины. Как раз приземляются, как раз сбрасываются с корабля. Там темный берег, не видать низги практически, очень мало света. Как раз на вот этом берегу. Угу. Нужно двигаться вперед. Потихонечку-полегонечку они идут вдоль берега. Холодно и темно, пусто, холодный ветер скользит по скалам берега, обходя стороной кривоватые одинокие ели, высевшиеся на утесах. Они еще, видимо, со стороны гор заехали, чтобы максимально без палева. Да-да, ладно, еще поедем. Вот. Нужно всем держаться вместе, поэтому Гордея, который постоянно ходит, жалом водит, его постоянно подтягивают к себе, но чтобы не терялся из виду, по крайней мере, все на изготовке. Это как я в онлайн-играх примерно так же. Девочка! Алина, нас бьют уже! Ну вот, надо торопиться, потихонечку-полегонечку продвигаются дальше. И тут они наконец замечают. Они замечают небольшое поселение из довольно грубых хижин, и среди них бегают какие-то мелкие фигуры. Что-то присматриваются, это все на границе леса еще находится. Он пытается допытаться у Эрика, куда они идут, он говорит, там есть как раз тайный ход в скале, туда ведет дорога, и судя по следам, которые они оставляют, телега, груженная чем-то очень тяжелым, может быть, даже телами. И там находится подземелье, данжен, инстанс. Так. Вот, и туда мы и направимся, но типа путь идет вот как раз через эту деревеньку. Обойти ее никак нельзя. Такой, нет, типа обойти у нас ее не получится, потому что это, типа, мы потратим очень много времени, и потом еще по глухому лесу давайте будем блуждать. Такой, ну, Гордей говорит, что я же охотник, давай я вас приведу всех. Такой, нет, давайте лучше просто воспользуемся кое-чем. Им же сражаться придется.
Вот, и он спрашивает, типа, мы что, биться будем? Вон с этими, и показывает пальцем, а там гоблины бегают. У гоблинов очень смешные, их никто не любит. Их, да, их никто не любит. Даже гоблины гоблинов не любят. Вообще очень смешно, в игре они как гастарбайтеры. То есть они постоянно работают на стройках, и вот это все. Вот, и проходят дальше. И такой, а чего мы ждем-то, чего мы стоим? Подожди. И тут к ним присоединяется еще несколько десятков семей гиберлингов. Так. Они приходят все в означенное место. Такой, это что такое? Такой, это друзья. Такой, какие? Такой, ну, на совете же сказали, что всех набираем. Вот как бы еще подходят люди. Такой, ну, старейшина же запретил. Он такой, нет. Это настоящее родство и братство. Это те, кто до сих пор верят в доброту. И прочее, прочее, прочее. И все, следопыты, значит, уже возвращаются, рассказывают о положении дел, что да, типа, нужно пройти сквозь нее, чтобы максимально быстро это сделать, но, типа, так будет безопаснее, потому что в лесах там еще какие-то страшные животные бегают, которые мёрки питаются. Так, ну, ладно, давайте тогда, почему бы и нет. И он говорит, что даже в этом поселке, возможно, мы найдем некоторые лаборатории. Какие же лаборатории? В поселке? Ты же говорил, что там тюрьма, типа, поселение какое-то будет. Он такой, подземелье это нечто большее, понимаешь? Типа, он пытается нам пояснить суть Инстанса. Сейчас наши ребята как бы больше узнают, и все. Винсент постоянно достает бумаги и на них что-то пишет. Угу. Это же все шуршит, что дико бесит кота. Эрик постоянно на него оглядывается и что-то шипит на него. Типа, можно ты перестанешь это делать, пожалуйста? Он говорит, да что нет-то? Такой, ну что ты там пишешь вообще, что тебе надо? Такой, песенку свою пишешь. Вдохновение пришло. Песенку свою пишешь, он такой... Вообще-то балладу. Это история рода гиберлингов, кто они, откуда пошли и что приключилось с ними. Всякий, кто услышит эту балладу, поймет, кто такие гиберлинги. Понимаешь, Эрик? Понимаю. Даже слишком хорошо. В общем, ты пишешь историческую нудятину, которую никто никогда в здравой памяти не дослушает даже до середины. А что? Так обидно. А может быть, она в список обучающих баллад вообще-то пойдет? Ох, бедные эльфики маленькие, бедные маленькие эльфики. В общем, никакого проку от учения, видимо, они не получат. Он такой, да может быть, очень интересно получится. И такой, и Гордей подходит, а я бы тоже послушал, мне интересно. Такой, ну, что интересно получилось, в балладе были герои и битвы. Она должна быть такой, чтобы ее с пьяну орали на пирах при любом удобном случае. Вот тогда ее точно все услышат. Винсент, в общем, блин. Чего ты докопался? А художник обидеть каждый может. Как пишется баллада, так и пишется. Он такой, да не затыкай ты меня. Он такой, да дай пописать спокойно. Он такой, так не ори тогда на меня. Он такой, нет, ты на меня не ори. Он такой, спокойно, 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 друзья. Они там уже что-то начинают собачиться. Они подходят друг к другу. Да, великолепно. И вдруг тишина. В наступившей тишине отчетливо прозвучал крик совы, донесшийся из глубины леса. Эрик тут же повернулся к сероватым гиберлингам, стоящим за его спиной. Он такой, ну все, выступаем. План 2. Идем до самой границы. И потихоньку, полегоньку, первый отряд начинает выдвигаться. У него, значит, у Эрика здесь два меча висит на поясе. Винсент со стоном поднимается на ноги, пряча на груди свои драгоценные бумаги. А Гордей нащупал на грудном кармашке тетиву для лука. Не пора ли ее натянуть? А что раньше не натянул? Ну, бережет. Ну, может, ладно. У него тетива какая-то... Хреново. Особенно. Да. Все, давай, потихонечку, полегонечку. И идут до леса прямо до границ поселения. Наблюдают за гоблинами. Тут Эрик их представляет, как это рабы орков. Раз есть гоблины, значит, рядом есть и орки. Угу. Гордей не ответил. Он таращится в темноту, он даже ничего заметить-то не может. Понятно, что гиберлингам проще, у них, видимо, сумеречное зрение из-за своих кошачьих глаз. Угу. А там, меж маленьких домиков, как раз дорога с накатанной тележной колеей. В общем, они идут по верному пути. И как раз вон. Он показывает на место, которое находится за коровниками, где какой-то скот пасется. Такой, дальше. Такой, вон они. Тут Гордей увидел орка. Смотрит на него и не понимает, это как вообще такое может быть? Он не видел же никогда, да? Ну да, он же деревенщина. И как раз стоит такой, значит, амбал. Угу. Такой шкаф 2 на 2. Такой, ё-моё. Такой, что-то их как-то мало. Чё, в смысле мало? Такой, остальные в бараках. Наверное, у этих это просто стража, караул. А все, что от них нужно, это поднять тревогу в случае чего. Угу. А гоблины? Просто рабы. Они просто их едой и припасами снабжают. Охотятся, таскают воду и строят дома. Такой, ну они же поднимут шум, если нас заметят. Нихуя себе, блядь.
Вот это ты гений! Ты просто гений, Гордей! Охренеть! Как вот раньше-то я не понял. Он такой, так, ладно. Так, а какой нам смысл, типа? Ты думаешь, там за деревьями что-то есть? Типа, где бараки-то стоят, которые, про которые ты рассказываешь? Mm-hmm. Ну как где? Внутри! Внутри чего? Внутри скалы! А зачем? Ну, блядь, потому что проще ее охранять! Тупорез! Там внутри наверняка крепость находится, там и бараки, в которых, значит, все орки сидят. Вот, видишь, как все продумано-то. Туда нам соваться точно не нужно, мы вообще пойдем в обход. Типа, то есть сперва через деревню, а потом в обход. Не понял. Такой, мы дойдем до горы. Так. Зайдем внутрь. Так. А там... Гордеем себя чувствую. А там обойдем бараки. Ну, ты ж не хочешь тогда сотни орков. Понимаю. Логично. Идут вперед, 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 вперед. Часть дружины остается, чтобы прикрывать их отход в случае чего, если вдруг что-то пойдет не так. Ну и нужно как раз обеспечить им выход из горы. При том, что они хотят пройти сквозь деревню при помощи Винсента как раз. Потому что сейчас Винсент взял свою эту... Лиру. Лиру. И Эрик всем говорит, что оружие держите наготове, потому что если что, будем сражаться, если вдруг план не сработает. Угу. Он такой, какой план-то? Спрашивает у Гордей. Спокойно. Время рок-н-роллить. И, значит, Барт, что-то видно, что-то немного мнется, что-то трынь-трынь, чек-чек-чек-чек-чек. Раз, два, три. Да-да-да-да-да. И тут его музыкальный инструмент начинает светиться мягким желтым светом. Проводит первый аккорд, что-то такое легонечко-легонечко начинает запевать, такой, о, Гиберлинг, скрывшийся в кустах, никто не заметит тебя. Ну, что-то вроде того поет. Мне кажется, это новый хит. Да, ему показалось, что тени лиры усилилось, но звука так и не было. Он снова, значит, бьет по струнам, он видит их вибрацию, значит, все красивенько колышется. И едва слышимая мелодия овладела Гордеем. У него словно вытащили затычки из ушей, так отчетливо он вдруг услышал то, что играл Винсент. Это была простая, незатейливая мелодия, надоедливая. Одна и та же. Да. Одни и те же ноты и один и тот же звук. Хрустальные колокольчики, напоминающие пение весеннего ручья, играющего с ледника, снова и снова все громче и прекрасней. И тут как раз Гордей чувствует, как ему под ребро так локтем. Пуф. Ты уснул, что ли, дурак? Пошли! И ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И тихонечко-легонечко они идут вперед. Угу. Эрик замечает, что Винсент двигается очень медленно, но, видимо, пока кастует. Угу. Завораживающую песнь, а смотрит, а никто на них не нападает. Не видит. Да. Потому что гоблины что-то ходят, занимаются своими делами. Орки что-то тоже там. Они же еще не ожидают, что кто-то вообще будет на этой мелодии. Ну да. И прямо в такт мелодии эльфа они, немного покачиваясь, проходят сквозь. Один из корольных вдруг пошатнулся, начал падать, за ним последовал второй. Рослые гиберлинги метнулись вперед черными молниями. В мгновение ока они подхватили падающих орков и осторожно уложили их на землю. Потому что... Подожди. Орки начали падать откуда? Из караула. Просто падать. Просто падать. Потому что Гордей сам не понимает. И этим, видимо, автор пользуется. Я тоже ни хрена не понимаю, почему орки начали падать. Вот. И они спят. Ну, я поняла. Как? Хороший вопрос. Ладно. Вот. И... Никто ничего не заметил, судя по всему. Усыпленные орки, которые, видимо, мешали им пройти, очень удобно уснули, их сложили в милую поленницу. И тут они ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту потихонечку-полегонечку заходят все дальше, дальше и дальше. Они заходят внутрь горы, начинают идти в сторону лабораторий. И они рассматривают различные причудливые железные коридоры, которые здесь начинаются. Мне как раз видно, что там идут множество-множество развилок. Сперва это все было похоже и правда на обычную пещеру, но нет. Оказалось, там дальше стоят столы с очень причудливыми инструментами. Видно как раз флаги Харагана. Прям сразу так заходишь в скалу, а там уже столы. Ну, они понятно, что через какое-то время прошли. И там, конечно же, их всех Эрик подбадривает, что вот. Сейчас найдем. За братьев за наших. За веру царя и отечества. И тащит их за собой. Он оставил с собой небольшой контингент. Проходит дальше. И, наконец-то, пещера перестала походить на пещеру, а больше уже на такое техническое помещение. На лабораторию. На лабораторию, именно так. Идти пришлось долго. Гордей с трепетом ожидал проникновения в недра вражеской крепости. Успел даже заскучать.
Надеюсь, он проникнет в недра. Это в конце книги было. Вокруг него по-прежнему царила темнота, длинные пустые коридоры вились бесконечным лабиринтом, из которого, казалось, уже нету выхода. Но вдруг что-то его остановило. Так. Они приходят и правда в лабораторию, которая пустует. Угу. Там стоит стол, на котором лежат окровавленные инструменты. Все они, значит, на все это смотрят, что-то зубы начинают скрипеть, и они доходят до клеток. А там Тимберлинги? Нет. Блин. Там никого нет. Жаль. Они также вырубают парочку орков в пути, также угу. Они их усыпляют, но при этом они уже используют не песню, потому что после того, как Барт закончил петь, он потел. Почему? Он израсходовал все свои силы, видимо, давно не распевался. Он, знаешь, на связках пел, и сейчас ага. Уже охрип. Бедняга. Поэтому они просто используют дротики с каким-то усыпляющим снадобьем. Угу. И значит, они их не убивают, они их просто кладут. Ну, типа, ладно, зачем применять лишнее насилие? И как раз и дружина киберлингов разбегается, начинает искать, ну, типа, хоть какие-то признаки того, что здесь находятся их братья. А Гордей, между тем, сам пошел тоже что-нибудь поисследовать. И вот он увидел стеклянную дверь. Так. Остановился около него и так крепко сжал меч в руке, у него еще и меч с собой есть, что у него аж вся рука побелела. Он скрипит зубами, не может. Ну и глаза начинают вылетать из орбит, кровь стучит в висках, а кожа на скулах натянулась, превращая мертвого-бледного Гордея в подобие древней статуи. Больно ему становится, больно где-то там. Что же он там видит? Шкафы изнутри, и с той стороны прозрачной стены на него смотрел Гиберлинг. Невысокий, шерсть сероватая с белым, на груди зеленый потертый коллет, а на голове вязаная шапка. Самый обычный Гиберлинг, только мертвый. Ну, вязаная шапка, это, видимо, вот эти вот... Да. Пидорки, или как их зовут? Гондонки. Гордей не мог оторвать взгляда от его искусственных глаз. В общем, чучело гиберлинговское там стоит. А, серьезно? Вот, и он пообещал... Макет. Ну, типа макета... Под стеклом имеется в виду не это не как лаборатория, а именно как экспонат, да, под стеклом. Ага. Он пообещал себе, что когда вернется в деревню, он возьмет все чучела животных, которые у них там есть, и сожжет их к свиньям собачьим. А может и чучельника тоже сожжет. Но почему? Ну потому что вот перед ним живые гиберлинги ходят, а вот он чучело увидал, набитое. Ну тогда ему точно нельзя в зоологический музей. Точно. Ну, Гордей, видишь, он очень вспыльчивый. Они же могли мертвого сделать гиперлинка, например. Ну, для этого надо его убить. А вдруг он сам умер? Вряд ли. Они его нашли, сделали из него чучело. Так, увековечили его буквально. Да. Оторваться от страшного зрелища Гордея заставил лишь шум в коридоре. Гиберлинги, ушедшие слишком далеко вперед, вдруг завопили, загремели железом, затопали, словно слоны. Охотник, недолго думая, выхватил короткий гиберлинговый меч и бросился к распахнутой двери. Видимо, заметили их... Маги решили все-таки выгнать непрошенных триспассеров. И посмотрим на все, чем закончится в финале. Сможет ли достигнуть величия наш товарищ Гордей? Сможет ли Эрик восстановить свое доброе имя? И вернется ли наш герой в село Травушки? И найдут ли они гиберлингов? Да они же нашли их по-хорошему. Ну как нашли? Пока только чучело одно нашли. Им достаточно сейчас будет снять один гобелен Хадагана, типа, и забрать чучело, и все. Ну ладно. Ну хорошо. А между прочим, в «Империи» я видела, там есть дрессировщик гиберлингов, они у него в клетке сидят, вот, и он, типа, когда снимали фильм о Лиге, о событиях какой-то, да, а... В смысле, внутриигровой? Внутри игры, да. А. Ну, то есть от тебя в главном городе, это в Мизимграде, стоит дрессировщик гиберлингов, и там есть одно задание, у них есть... «Фабрика грез». Они, короче, там снимали какой-то крутой экшен-фильм про сражение магов там, Низеба, вот, и Тепа, по-моему. И, собственно, у них там проблема с гиберлингами, и было задание, типа, доставить гиберлингов, вот этих ручных гиберлингов, доставляешь туда, и они там ми-ми-ми-ми-ми-ми играют роль. В общем, как-то странно, на самом деле, вот тоже я хоть играл немного, но... В игре гиберлинги выглядят куда несерьезнее, чем здесь. Здесь там что-то хоть... Писали, у них там своя демократия, там туда-сюда. Не, серьезно. Они такие серьезные ребята. Они там просто такие дерзкие бывают. А была семейка, которая встречалась, там девочки только. Че, думал, девочки не могут этим заниматься? Ага, сейчас. Они такие забавные. Там кто-то наглый. Ну, у каждого, понятно, свой характер. Но нет, они достаточно... Они выглядят всрато, конечно, очень. Потому что у них такие большие рты.
Вот, но все равно они очень прикольные, милые, пушистые комочки. 14-й год, в конце концов. Да. Но впереди нас ожидает финал, ожидайте его на следующей неделе. Пишите ваши комментарии чуть ниже, ставьте лайки, бусти, сайты, ну, вы все это знаете. И алоды. Реферальную ссылку, кстати, надо вставить под ролик. Ладно, я вставлю. И описание найду, как найти нас. Все сделаем. Ну и все прочее. Играть на хорошем тирейне. Алина, Даня, пока. Пока-пока. Несмотря на сложное время, мы не уходим с Ютуба. И более того, делаем все возможное для наших нынешних и будущих спонсоров. Вы можете продолжать получать контент раньше остальных теперь на площадке Boosty, где мы разместили свой станционный полустанок. Переходите по ссылке в описании, становитесь подписчиком и наслаждайтесь контентом. А если вам хочется большего, тогда бегом на наш сайт, где вас ждут тонны разнообразного видео от былинных сказов до батл-репортов. И их количество с каждым днем растет. Все ссылки, как обычно, в описании к видео. Самое крутое впереди, до него осталось полпути.